Агент на подходе. Парни, никаких лишних разговоров. Все строго по плану. Обменялись чемоданчиками, выпили, зашлись. Это ясно? Работаем. Майор Баранов, документы ваши предъявляю. Откуда взялись эти идиоты? Слышишь, ты потеряйся. А вот хамить юноша не рекомендую, ибо чревато. Чемоданы эти ваши? Слушай, парень, ты сейчас совершаешь такую большую ошибку, что даже сам не представляешь, какую. Эх, родной, если бы только знал, сколько раз я в течение жизни уже слышал эти самые слова, повторяя вопрос для тупых. Чемоданы ваши? А ордер-то у тебя есть? Ну а как без него-то? Конечно, всегда с собой. Вот он. Сидеть, клиентик! Дернись, отец, спазде в башке устрою. Одну секунду, понял меня? Какой же ты тупой, майор Баранов. Стоять! 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 Черт! Отойдите! Набегался, Петруся? Ну все, тебе конец. Я французский поданный, а ты мусор поганый, понял? Слышь, Петь, ты есть французский поданный. Чего ты хабаришь-то, которого базарный, а? Я требую сюда французского консула, понял? Понял. Это для начала. Надень. Товарищ генерал, у нас ЧП. Операция с французом провалилась. Как это провалилось? Почему? При передаче товара прямо в клубе. Влез какой-то сумасшедший майор Зубов с проверкой документов. Ну, естественно, ребята документы предъявить не смогли. Он выхватил револьвер, француз попытался сбежать, он его подстрелил. В общем, полный провал. Ладно, на сегодня все. Нужно еще разобраться, как это он там оказался. Граждане заключенные, выходим по одному. Садимся по двое. Правым сумка в правой руке. Здесь. Левым в левой. Здесь. Быстрее. Голову не поднимаем. Быстрее. Кто не понял, будем учить. Быстрее. Пошел. Да, вот так. Правильно. Да. Шприц. Ночью пришел этап.
Там такой прикол. Какой прикол? Твою копию пригнали, вот в натуре. Как это? Ну, черт какой-то. А внешне вылитый ты, как близнец, только другая масть. Жорик, ты что, гонишь, что ли? Идрюшкин пистолет. В какой барак его определить? Третий. Пойдем посмотрим моего брателла. За что чалишься, Зюма? Статья 160, часть 3. Хищение государственной собственности в особо крупных размерах совершенной группой лиц. Бухгалтер я. Начальство подставило. А, ну да. Да честное слово, не виноват я. Адвокат уже апелляцию подал. Меня в пятницу на пересуд вызывает. Да ну? Да ей-богу. Шапку сними. Зачем? Что неясно, снимай давай. Сюда иди. Да ты не бойся, Зёма. Мы своих не трогаем. А если приставать кто будет, скажи, что ты куришь шприца. Понял? Понял. Когда у тебя пересуд, ты говоришь, в пятницу? Да. Отлично. Я что-то не понял. Нахрен тебя еще нужен? Еще узнаешь. Здорово. Привет. Наши законы несовершенны на данный момент. Сажать за мешок картошки. Вот скажи мне, нахрена тебе это было надо? Тебе что, как кобелю нужно все пометить? Виталь, это ты нас... Я тебе сейчас не Виталь. Я тебе сейчас товарищ полковник. Товарищ полковник, я этого иностранного гражданина давно знаю. Наркодилер тот еще. Петр Грушко, родом из Молдовы. Вел я его по горячим следам. Решил брать вместе с товаром. Мне что, надо было дожидаться, пока он свою гадость по барыгам раскидает? Да ты не должен был лезть в этот хренов клуб. И ты не должен был стрелять в иностранного гражданина. А если бы ты ему в голову попал? Я в ухо целился. Снайпер хренов. На тебя такую телегу из посольства накатали, ты теперь хрен отмоешься. Товарищ полковник, я, между прочим, действовал в рамках законодательства. Слава! Это ты в суде будешь доказывать, в рамках чего ты действовал. Телега из посольства — это полбеды. У тебя есть проблемы посерьезнее. Это какие? Этого француза наркополиция полгода разрабатывала. А ты им сорвал операцию. Доволен? Меня уже к генералу вызывали, наклоняли и благодарили. Поздравляю, теперь все знают, какой ты нахрен крутой. Товарищ полковник, ну откуда я знаю, что он в разработке? Я же не ясновидящий. Да ты должен был доложить своему руководству, а потом лезть туда, куда тебе не надо. Ясно? Ясно. В следующий раз все непременно доложу. В следующий раз отменяется. Чего это? Шеф решил тебя временно отстранить. Приказ уже подписан. Это что, это подписал? Да, я подписал. А куда мне было деваться? Куда? Я тебя и так отстаивал. Там такая буча поднялась, на тебя вообще хотели дело открывать. В общем, я ничего не смог сделать. Спасибо, товарищ полковник. Красиво поете, кстати. Как вы стреляете, так мы и поем. Товарищ майор, идите, вы свободны. Нахрен. Ой-ой-ой, а я несчастная девчоночка. Ой-ой-ой, а вышла замуж без любви. Ой-ой-ой, а завела себе миллионочка. Ой-ой-ой, а грузный муж меня бронит. Хоть режь меня, хоть ешь меня. Уйду к нему опять. О, кучерявый принес? Ага. Давай. Держи. От души, брат, от души. Ага. Буду должен. Смотри, как земля колхоза. Газуй, 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 газуй. Ну вот. Ништяк.
Давай сюда. Давай, на. Тут полотенчик постели. Как мазать-то? Да маш уже, времени нет. Чистое кино. Слушай, а я сначала не вкурил. Отлично получается. Да. Давай, давай, домазывай. Через час выходим. И возьми с собой пару парней понадежней. Замутим. В лучшем виде. Слышь, Дема, выйди-ка на минутку. Дело есть. Какое дело? Я не знаю. Шприц тебя ждет. Привет, бухгалтер. Здрасте. Осторожно, башку ему не разбить. На порядок, я ж по шапке. Простите, очки, очки, очки. Стоп, 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 стоп. Аккуратно. Все, тащите его, пора. Дело мастер боится. Ништяк получилось. Давай. Так. Вылитый. Свезло фраерку. Одну ночь придет в уважухе. Все, хватит зубы сушить. Так, дуй в барак, смотри, чтобы там все путем было. Главное, чтобы тихо. Сделаем, Шприц. Сам теперь куда? В Подмосковье. По старым местам? Да нет. Надо мне, детишки у меня там. Детишки у тебя? Да, когда меня сажали, баба моя беременная была. Даже не знаю, кого она мне там родила. Вот теперь хочу посмотреть. Погляди. Ну все, Жорик, давай. Давай. Осужденный Шибанов, статья 160, час 3. Вставайте, Шибанов, пора. На минутку, лейтенант. Товарищ лейтенант, что-то у меня так живот прихватило. Не положено. Что ж мне делать-то, товарищ лейтенант? Не могу я. Шибанов, потерпите. Как же вы меня в суд-то поведете? Я в туалет хочу, товарищ лейтенант. Делай пока в штаны, потом разберемся. Ну и тоже человек. Человек обгаженный навек. Подожди. Ладно, Шибанов, только побыстрее. Выходите. Ой, так ноги затекли. Быстрее. Зачем? Приехали. Зачем? Я не хочу. Я не хочу. Я за рулем. Пошел в Голливуд. Вот не хотел я ехать. Вот чуяло мое сердце, что это добром не кончится. Так, знаете что? Без паники. Нужно звать на помощь, кричать уж. Кто-нибудь нас точно услышит. Ну и что кричать-то? Помогите! Что здесь еще можно кричать? Фу ты, японский! Помогите! Помогите! На помощь! Помогите! Помогите! Быстро! Дурак ты. Тебе же еще 2 года навесят за содействие побегу. Впрочем, твое дело. Я эти 2 года на толчке пересижу. Зато кореш мой в дамках на свободе гуляет. А вы, гражданин начальник, въехали в дуб.
и вас желудями по пояс засыпало. А чего это вы препаратки? Да, это конкретная подстава. Ты знаешь, я тебе честно скажу, я к тебе даже уважение испытываю. А что? Своих не сдаешь, нового срока не боишься. Молодец. Выпьешь? Не канает, с вами не буду. А я с тобой пить не собираюсь. Я вообще на работе не пью. А тебе налью. Вчера из колонии строгого режима совершил дерзкий побег один из известных наркоторговцев в России, Геннадий Шипицын по кличке Шприц. Личность в своем роде легендарная. Шприц один из первых наркодельцов России установил связи с колумбийским наркокартелем. По нашим данным, ему была поставлена крупная партия героина, но, к сожалению, перехватить мы ее не смогли. Я помню, помню это дело. По имеющимся у нас данным, Шприц направляется в Подмосковье. Мы предполагаем, что он должен объявиться в поселке Малые Луки. Почему вы так считаете? Это следует из показаний сокамерника Шприца, некого Георгия Тираспольского по кличке Жорж. Вы садитесь. Жорж показал, что Шприц намерен вернуться в Подмосковье. И еще. Жорж утверждает, что у Шприца якобы есть дети. До ареста Шприц скрывался в поселке Малые Луки, и у него там была сожительница. Вероятно, она родила ему ребенка. Ну и что дальше? Даже если ваши предположения верны, что вы будете делать? Ребенку Шприца сейчас должно быть 4-5 лет. Мы проверили статистику. В поселке Малые Луки проживает 25 ребятишек такого возраста. Мы намерены внедрить в поселок нашего агента. 25 детей не так много, и у них один детский сад. Если мы установим ребенка Шприца, то нам остается только дождаться его появления. Неплохо, но я не понимаю, как наш агент будет ходить по поселку, расспрашивать этих мамаш. Я себе это плохо представляю. Товарищ генерал, разрешите? Мне кажется, что агентов должно быть не один, а два. Одного нужно внедрить в больницу под видом детского врача или гинеколога, а другого в детский сад. И, естественно, должна быть женщина. Оба как бы сестры. Нет, сестры — это не то. Послушай, Бударина, я не знаю, как насчет второго агента, а вот врача в твоем лице мы имеем. Господа офицеры, я считаю, что майор Бударина — лучшая кандидатура на роль врача. Умная, цепкая, опытная. К тому же имеет высшее медицинское образование. Нет, товарищ генерал, я не могу. Мне сына не с кем оставить, это невозможно. А мы его с тобой отправим. Для маскировки. Врач с ребенком, все нормально. А не опасно будет, товарищ генерал? Опасно. Опасно. Шприц он пока никого не убивал, но сейчас ему есть чего терять. А мы к Бударину представим волкодава из наших самых опытных сотрудников. И все будет в порядке. Да и с точки зрения конспирации очень недурно. Приехала новая семья, папа, мама, сын. Отличная идея. Нет, товарищ генерал, эта задача точно не для меня. Я не могу. Господа офицеры, совещание закончено. Все свободны. Бударин, останься. Не пуха. Товарищ генерал, не готова я ехать куда-то с незнакомым человеком, разыгрывать с ним там что-то, сына моего в эту историю впутывать. Не хочу. Мне что, на колени перед тобой стать? Ну хорошо, при одном условии. Операцию руковожу я. Отлично, возражений нет. Согласовываю детали, сроки начала операции. Готовь документы, легенды, чтоб комар носа не поточил. Все, иди. И позови ко мне голубя. Будем мужчин подбирать. Хорош. Ну что, пойдем? Досчитаю. Держи. Спасибо.
хозяйка Медной горы. О! Баранов слушает. Здорово, Слава. Здравия желаю, товарищ полковник. Чем занимаешься? Спортом. Спортом? Это хорошо. Ты приезжай ко мне, поговорить надо. Приехать? Ну, а что ж не приехать? Легко. Ха. Понимаешь, ты будешь как бы офицером в отставке. Угу. Раненым, контуженным, ну и женатым. Ну, там жена, ребенок. Чего? Того. Тебе же нужно прикрытие. Городок-то малюсенький. Одного тебя там сразу стрясуют. А так мы выделим тебе жену, ребенка. Никто не догадается. Ну, а что? Контуженный на всю голову, с женой, с ребенком. Прекрасная картина. Не нравится. Персонаж? Это еще не все. У тебя будет гражданская специальность. Какая? Только ты нахрен не кипятись. Ты будешь педагогом дошкольного образования. Виталий, я правильно понял? Ты меня, майора полиции, хочешь определить нянькой в детский садик? Так, ты можешь отказаться, но я тебе не советую. До свидос, товарищ полковник! До свидос, товарищ майор! Виталий, ну ты сам подумай. Ну, где я, а где детский садик? Ну, я майор полиции! Вы чего придумали? Это фантазеры чертовы, а? Ну ты дослушай до конца! У нас есть информация, что шприц должен объявиться именно в этом детском саду. Твоя как бы жена будет в больнице за женщинами с детьми наблюдать. Да у нас главный упор вообще на этот детский садик. Понятно. Ну, а жена-то у меня хоть ничего будет? Я тебе самую лучшую выделю. Товарищ полковник, мне, пожалуйста, блондинку, где-то 1.70 м, и чтобы не очень пухленькая. Потянете? Она, между прочим, врач и вдова офицера спецслужбы. Поэтому я прошу тебя, прошу, проявить несвойственную тебе деликатность. Понял? Это еще не все. Что еще? Мы решили, что у тебя должно быть видимое физическое увечье. Вы что хотите, чтобы я на деревянной ноге скакал? Виталий, скажи, что ты шутишь. Нет, не шучу. Но для того, чтобы притупить бдительность преступника. А вы чего решили-то мне? Я не понял. Руку отпилить или глаз выковать? Это как будет? Мы думаем. Пока. Спасибо. Хоть думайте. Слав, соглашайся. Пойми, это твой шанс. Ай, черт с вами. Я согласен. Так, а когда я могу познакомиться со своей женой? Да прямо сейчас. Она тебя в кафе внизу ожидает. Угу. Катя? О! Ну чего, будем знакомиться? Секундочку. Слушаю. Алло, товарищ генерал, а кого мне прислали, а? Это же этот сумасшедший майор из ночного клуба. Спокойно, Бударина, да, это майор Баранов, и он наш лучший оперативник. Ну, хорошо. Значит, у него будет самое трудное задание. Это я вам гарантирую. Операцией ты руководишь? Тебе и карты в руки. Хорошо. Здрасте. Здрасте еще раз. Что-нибудь желаете? Минералочки, пожалуйста, без газа, с лимончиком, холодненькой. А вам? Нет, спасибо. Ну что, Катя? Я так понимаю, нам надо поближе познакомиться, как-то побольше узнать друг о друге, закоммутироваться одним словом. Да, хотелось бы о вас побольше узнать.
Погнали. Зовут меня Вячеслав. Фамилия моя заурядная, легко запоминающаяся. Баранов. Подходит. Пожалуйста. Да, спасибо. Вот, работаю следователем, детей нет, холост. Я усерден в работе, весел на перу и страшен в гневе. Короче, я умею нравиться людям. То есть вы такой очень уверенный в себе человек? Вы считаете, у меня нет для этого оснований? Ну, хорошо. Меня зовут Екатерина Бударина, мне 32 года, вдова. По образованию врач, у меня есть сын Денис, 9 лет. Да, кстати, я приготовила тут небольшой список. Какой список? Список требований на время нашей, так сказать, с вами совместной жизни. Пожалуйста. Нет. Извините, мне показалось... С такими запросами, ну, трудно вам будет опять замуж выйти. А я не стремлюсь. А-а-а. Вам что-то показалось из этого списка невыполнимым? Все подходит. Это фактически про меня. Ну, чудесно. Угу. Да, есть еще главное условие. Какое? Вы должны понравиться моему сыну. А-а-а. Да, без этого невозможно будет ничего. Ну, просто совсем ничего. Это в наших силах. Выполнимо. Мы же с ним оба мужчины, так что найдем общий язык. Чудесно. Ну чего, может, закрепим знакомство коньячку, а? Мы договорились. Попал. А ведь могли бы и на машине поехать. Но вы же инвалид. Вам нужна машина с ручным управлением. Ну, могли бы боевому офицеру выделить машину с ручным управлением. В чем проблема-то, я не понимаю. Я здесь ни при чем. Я согласен. Эй, здравствуйте! Здравствуйте! А я Лиза, завхоз детского сада. А вы Вячеслав Михайлович. А это ваша жена, а это сын, да? Все правильно. Понятно. А меня прислали с ключом от квартиры. Ну, не то, что прислали. Я сама напросилась. Интересно же на новых людей посмотреть. А. Да. А тебя как зовут, мальчик? Денис. Денис? А ты кого больше любишь? Папку или маму? Я Чупа-Чупс. Ну, понятно. А это что, все ваши вещи? Да нет, нам должна еще машину подвезти. Понятно. Я прошу прощения, Лиза. А идти-то куда? А, так вот же. Мы ж пришли. Пойдемте. Ну вот, пожалуйста, живите. Если что надо будет, вы приходите. Я через дорогу живу. Дом 4, квартира 15. А потом можем и телефонами обменяться, да? Вот ключи. Спасибо. Ага. Лиза, а детский сад где у вас тут? Детский сад? А, недалеко, метров 300. Угу. Спасибо. А, да, Екатерина Семеновна. Екатерина Семеновна, если вам вдруг что надо, там спички, сахар, вы приходите, ладно? Хорошо, спасибо, угу. Непременно. Ну все, до свидания. Всего хорошего. До свидания. Класс, я все выбрал. Тут будет ваша комната. Здесь общая, а тут наша с мамой. Идет? Идет. Денис, у меня к тебе просьба. Ты называй меня, пожалуйста, папой. И на ты. Договорились? На людях, Денис. Ну, так сразу не получится, я привыкнуть должен. Ну, давай, я не знаю, вещи в ванной расставим по полкам, это сближает. Спасибо, Слава, спасибо. Вы очень любезны. Ой. У каждой вещи должно быть свое место. Мама говорит, что функциональность – это главное. Мама говорит? Угу. А функциональность – это как?
Ну, смотрите, зубы я чищу 2 раза в день. Угу. Значит, щетку можно сюда положить. Угу. Голову мою 1 раз в день. Значит, шампунь можно сюда поставить. Угу. Ногти стригу 1 раз в неделю. Ножницы можно положить сюда. Старик, а можешь попроще к жизни относиться, а? Нет, надо все точно расставить. Это серьезно? Да. А еще мне кажется, что такому неаккуратному человеку, как вы, будет очень трудно жениться. Знаешь что? А я не особо и русь, между прочим. Как у вас дела? Все в порядке, я надеюсь? Все прелестно. А сынок-то у вас зануда. Товарищ Баранов. Да. А вы, по-моему, забыли один пункт нашего договора. А это какой? А я вам напомню, очень важный. Вежливость. Это вы мне решили о вежливости напомнить? Я вас не поняла. Ладно, я не буду сейчас с вами спорить, пререкаться. Не готов я, видать, еще к семейной жизни. Пойду я в детский садик наведаюсь. Вот вам ключи от квартиры. Всего хорошего. Спасибо. Угу. О, говорить не готов к семейной жизни? А, по-моему, вы к ней, господин Баранов, очень основательно подготовились. Пожалуйста. Ну, вы же мне все равно не поверите, что мне это на сдачу дали в аптеке. Вы знаете, это меня никак не касается. Мне это на сдачу дали в аптеке. Дарин Вячеслав Михайлович, 37 лет, русский, майор, уволен по ранению, женат, сын. Все правильно. И вы хотите работать в детском саду воспитателем? Угу. А почему? Что это за блажь? Ну, а мне подумалось, почему бы нет? В конце концов, у меня есть педагогическое образование. И... Понятно. А может быть, вы... подыщите себе что-нибудь другое. Ну, посмотрите, вы молодой, здоровый человек, бывший военный. Почему бы вам не пойти, скажем, в полицию, там, туда? Туда вам прямая дорога. У меня, Маргарита Эдуардовна, если вы успели заметить ранение, я хромаю. Mm-hmm. Ну, вдобавок еще и контузия. А в полицию, как известно, контуженных не берут. Замечательно. В полицию... не берут, а в детский сад можно, пожалуйста. Мне только контуженных воспитателей не хватало. А может быть, у вас и припадки бывают после контузии? Маргарита Эдуардовна, давайте не будем обращать внимание на мелочи. Это и припадками-то назвать трудно. Так, кратковременные провалы в памяти, которые вполне можно не заметить. Послушайте, я вам говорю как педагог с 40-летним стажем. Вы не можете работать с детьми. Вот оно как. Ну и замечательно. Напишите мне отказ на моем заявлении о приеме на работу, и я пойду. Нет, я хотела, чтобы вы сами отказались. Это почему это? Так на вас разнарядка пришла из района. Пишут, что по инструкции министерства в детском саду должен быть один педагог-мужчина. Министерство, значит? Да. Хотела бы я посмотреть на этого деятеля, который... такие инструкции придумывает. А я видал этого деятеля. Значит, сами вы не откажетесь? Извините, нет. Хорошо. Вы зачислены воспитателем в среднюю группу. Завтра можете приступать к обязанностям. Но я вас предупреждаю. Вы работаете у нас до первого инцидента. Ну, я понимаю. Хозяйка в доме. Дэн, как насчет завтра с утра пораньше? Встать, пробежечка, потом холодный душик. Такая зарядочка, очень бодрит, знаешь ли. Пожалуйста. Спасибо. С мальчиком-то все в порядке? Так, Денис, прекрати немедленно, а? Он просто фокусником хочет стать. А в тарелку мне зачем плюнул? Простите, пожалуйста, давайте я заменю. Не надо, спасибо, чего-то у меня... аппетит пропал. Ты что делаешь, а? Денис.
Да. Вау, круто! Какова цель визита, мой юный друг? Вас мама чай пить зовет, и я это... за суп хотел извиниться. Я просто фокус хотел показать. Понятно. А еще какие-нибудь фокусы знаешь? Да, 100 штук. А можно посмотреть? Нет, нельзя. Пистолет где-то не игрушка. Пойдем лучше, ты мне еще фокусы покажешь. Вы, Слава, чай с лимоном будете? С лимоном, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, давай, показывай свои фокусы. О, нашел зрителя. Нас теперь не остановишь. Вот другие дети стихи учат, песни поют, а у нас только одни фокусы на уме. Вам какой фокус? С картами или с наперстками? Знаешь, родной, я думаю, что фокусы с картами, с наперстками я похлеще тебя исполнять умею. Ты давай что-нибудь такое пооригинальнее. Хорошо. У вас деньги есть? В каком смысле? Ну, монета. Денис, у меня есть золотая монета из Аргентины. Я ее из Буэнос-Айреса привез. Она мне очень дорога, она для меня как талисман на счастье, понимаешь? Угу. Дайте. А монета где? Какая монета? Моя монета, золотая. А, это что ли? Она у вас в кармане. Ты опасный человек, юноша. А хотите мой любимый фокус? Давай. Вот. Ага. Семь лет. А? 7 лет, говорю. Нет, ему 9. За изготовление фальшивых денег от 7 до 12 лет. Ты с тобой глаз да глаз нужен. В каком смысле? А в прямом. Чтоб ты не вздумал вот на эти доллары себе чупа-чупсов вдруг купить. Все хорошо. Да, прощальный поцелуй. Вы представляете, сколько скрытых глаз за нами сейчас наблюдает? Позвольте. Довольны? Очень. А вот вы, кажется, не очень? Да, вам правильно кажется. Краль столичная. Ну, Лиза, как дела твои? Да хорошо. Там такое еще и еще кусочек. Дети, еще теперь у вас будет новый воспитатель. Его зовут Вячеслав Михайлович. Здравствуйте, дети. Леночка, идите к себе. Вячеслав Михайлович справится. Успехов вам, коллега. Спасибо. Ну, что затихли? Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо! Ну тихо вы! Леночка, вы не могли меня подменить? Мне домой срочно надо. Конечно, Вячеслав Николаевич. Дети, продолжайте, я скоро вернусь. Просто стихия какая-то. Да вы не волнуйтесь, я справлюсь. В этом я как раз не сомневаюсь. Ребята, ребята, что мы с вами будем делать? А давайте водить хоровод. Давайте. Спокойно, Слава, спокойно. А я тебе говорю, что у тебя все получится. Завтра суббота. За выходные соберешься с силами.
Ну и в понедельник снова в бой. Давай сделаем так. Завтра встретимся на колхозном рынке. Там и поговорим. Да, ты меня найдешь. А не найдешь, так значит, я тебя найду. Завтра суббота? Суббота. Слушай, а давай авокадо и помидоров купим. Салат дома сделаем. Давай. Только надо походить, посмотреть, где подешевше, да где покрасивше. Денчик, смотри, а вот у дяди и помидоры, и авокадо. Да какой все красивый, мужчина. А вот почем, допустим, ваши помидорчики? Помидоры по 300. Так, авокадо? Авокадо 150. Лютовато. Товарищ, а что это у вас? Помидоры дороже авокадо. Как такое может быть? Да так вот. Авокадо за штуку, помидоры за кило. А, я не сообразил. Денчик, погуляй еще по рядам. Поищи, может, где подешевле есть. Ага. Ну что, Виталий Андреевич, я вижу, дела совсем серьезные, раз ты в таком виде здесь пляшешь. Серьезные. Хреново некоторые работают. Mm-hmm. Министерство такой шум подняли, что и мне приходится, несмотря на звания и заслуги. Ладно, ну его нахрен, давай по существу. А, по существу, Виталий Андреевич, с детским садом это, в общем, ну, ошибочка наша была. Я для детей чуждый элемент. Ну, не ладим мы с ними. А эта женщина, которая жена моя, ну, которая изображает жену, это же не женщина. Это циркуль стальной. С ней еще хуже, чем с детьми. То есть вообще никак. Угу. Ну, отлично. Отлично нахрен. Ну, раз ты не тянешь, тогда так. К твоей жене Кате приедет брат. Какой брат? Да такой же, как ты, муж. Есть у нас майор из Питера. Мы его поселим у вас, определим на работу в детский садик. Ну, уж он-то точно потянет. Погоди, погоди, Виталий Андреевич, как это к нам поселим? У нас жить негде, ночевать даже негде. Куда ты его там положишь? А ты не беспокойся, все учтено. М? Тебя мы отправим в санаторий. От контузии лечиться. А где этот брат спать будет, ну, это они с Катей решат. А вот так вы, значит, заговорили, да? Да, вот так, Слава. Шприц не сегодня-завтра будет здесь. А ты мне тут интермедию устраиваешь? Даю тебе сутки на решение проблемы. Ну что, будете брать или нет? Авокадо нигде нет. А я вот больше соленые огурчики уважаю, квашеную капусту. Денчик, давай, может, чего? Купим огурчиков, порежем их с лучком, маслица добавим, вкусно будет, а? Не, я салат из помидоров и авокадо люблю. Тяжелый ты человек, мужик. Вот, мальчик, а тебе я дам авокадо и помидоры бесплатно. На, бери. Спасибо. Добрый дядя волшебник. Пойдем, Дэн. На здоровье, мальчик. Спасибо. Мне ваша помощь нужна. Вы не могли мне больничный выписать на пару дней? Больничный? Угу. Вы же еще не начали работать. Меня дети не воспринимают. Я же не могу их заставить себя любить. А не надо их заставлять любить, надо просто самому любить. Что вы хотите сказать, что я детей не люблю, что ли? Ну, вы, Слава, мужчина, у вас профессия жесткая, вам, конечно, трудно, я понимаю. Секундочку. То есть вы мне хотите сказать, что я, майор Баранов, не люблю детей? Слав, ну вы же даже с Денисом найти общий язык не можете. Ну вот он мне жаловался, что вы на рынке отказались ему помидоры купить. А продавец ему просто так их дал.
Ну, насчет продавца это вообще отдельная история. А вот что касается мальчика вашего, я вот понаблюдал, как вы его растите, как вы его воспитываете. Я вам могу сказать, очень непростой паренек у вас получается. Слав, я вот это вот сейчас все слушать не хочу. А вот я вот скажу, даже если вы не хотите слушать. Вот, вот он у вас избалованный. Салат ему подавай, вишня только из авокадо и помидор. А эти одни фокусы еще стоят, наперски, фальшивые доллары, карты. Он же уже руку набил себе в этом. Осталось только дружков бедовых встретить, и все, и понеслась по наклонной плоскости. Вы вот это вот сейчас все серьезно говорите? Да, серьезно. А как еще? Вы знаете, Слава, вроде с виду вы нормальный человек, а на самом деле тупой, глупый, бездушный солдафон. Вот вы кто. Я? Солдафон? А кто вы? Вы даже общий язык с детьми его найти не можете. Ладно, все, я вам выпишу больничный. А греха подальше, так действительно всем будет лучше. Громадное вам человеческое спасибо за женскую чуткость, за взаимопонимание, за взаимовыручку. За сим позвольте откланяться. Всего хорошего. Извините, что побеспокоил. Пожалуйста. Всего вам доброго. Да нет, мамуль, я не расстроена. Я просто устала. Много работы? Да нет, работы немного. Заканчиваю часов в 5 вечера. Денис тоже вроде, слава богу. Мне вот только с напарником не повезло. Неаккуратный тип, самоуверенный, нахальный. Еще глаз на меня положил. Мама, он ко мне целоваться лез. Отчаянный. Ну, ты ему показала? Ну, конечно, я его на место поставила. Но ты не иронизируй, пожалуйста. Мне с этим человеком еще работать. Катюша, ну, когда ты научишься видеть не только черный и белый цвет? Ну, в жизни же множество оттенков. Ну, в том-то и дело, что мой напарник их не различает. А как зовут твоего напарника? Да Слава. Слава. Ну так будь с ним поласковее. Ну вот как с Денисом-то? Ну ведь Денису ты все прощаешь. Ты тоже сравнила. Мальчика и здоровенного дядьку. Мужчины? Они те же дети. Только лаской ты от него добьешься гораздо больше, чем строгостью. Катюш, ну подумай об этом. Ну, а у нас в поселке все по-прежнему. Никаких изменений. А, только врачиха с мужем приехали на прошлой неделе. Угу. Кто такие? Ну, он мужик ничего такой, но контуженный. Ну, что ты смеешься? А она, знаешь, такая, ну, цыпа столичная. Но мне кажется, что она от него гуляет. Почему? Мне так кажется, я так чувствую. Знаешь, целует его в губы, а потом вытирает их. Ну, в общем, не пара они, не подходит он ей. Только приехала она и сразу устроила медосмотр мамашам. Причем не всем, а тем, у кого дети 4-5 лет. Ну, в общем, она гинеколог, терапевт, широкого профиля. Медосмотр, говоришь? Угу. Хорошо. Посмотрим мы на твою докторшу и ее мужа. А ты к этому контуженному подкати. Это как? А я тебе сейчас покажу, как. Еха! Пацаны, смотрите, как мобилу отработал. Офигенно, кого взял? Ничего себе. Может, продадим? Давай, Артём, кто-нибудь возьмет какой-нибудь. Лох. Эй, Копперфильд, чё не здороваешься? Привет. Я не понял. Ты кому это сказал, сынок? Пойти, дайте. Пацаны, да он вообще оборзевший. Он же фокусник из Москвы. Ты что, думаешь, если ты из Москвы, тебе все можно? Пацаны, давайте посмотрим, что у него чемодан. Не трогай! Отдайте чемодан! Да мы уже с фокусом покажем. Чего привязались-то? Молодые люди, что-то я не понял. Это что такое? Чего это вы втроем против одного выступаете? Денис, ну-ка, поди сюда. А он кто? Дед ты кто? Папаша его. Чемодан отдайте. Тихо, тихо. Пацаны, да он хромой, валим. Погоди валить. Ты слышишь, что тебя просят? Чемодан верни. А ты догони, забери. Да легко. Давай, давай, давай! Давай. Стоять! Значит, так, кухарь, слушай меня внимательно. И подельникам с вами передай. Еще раз вы вот этого мальчика тронете, я вам всем троим, не только уши, но еще что-нибудь отчекрыжу. Ты меня понял? Да. Это что такое? Молодой еще. Курить.
Я тебе говорил, по утрам надо зарядку делать. Да при чем здесь зарядка? Да при том. Их трое, а я один. Ну да. Держи свое богатство. И не реви. Слушай, а что они к тебе докопались-то? Завидовали. Чему? Я сегодня выступал. Знаешь, как все смотрели? Даже первоклашки. Ха, первоклашки, говоришь? Слушай, Дэн, я что думаю? Может, ну, научишь меня паре фокусов как-нибудь, ну, чтобы я тоже умел? Тебе зачем? Ну, надо, раз прошу. А ты тогда мне дашь из своего револьвера пострелять? Так, стоп. Дэн, давай определимся. Револьвер, боевое оружие, из которого я просто, ну, не могу позволить палить кому ни попадя, особенно маленькому ребенку. Резонно? Ну, у меня просто патроны цирковые есть, а револьвера нету. Я тебя тогда всем фокусом научил. Давай так договоримся. Сначала учишь всем фокусом, потом проверяем твои патроны. И еще ты мне обязательно дашь обещание, что никогда в жизни больше не будешь притрагиваться к моим вещам без разрешения. Договорились? Хорошо. С какого фокуса начать? А вот этот вот, ну, где вот это, шарики изо рта. И с картами обязательно. Это самые легкие. Договорились. Ну и отлично. Ты беги домой, готовь там все. Вот, а я буквально на пару слов сейчас, ну, в больницу надо заглянуть. Ага. Окей. Давай. Гений малолетний. Войдите. Катя, добрый вечер. Я к вам. А, это вы? Угу. Я вам сейчас больничное выпишу. Нет, Кать, погодите, я совсем не за больничным пришел. Я пришел извиниться за вчерашнее. Вы меня простите, пожалуйста, я был неправ, а обещаю, что такое больше не повторится. Ого. А я думала, вы никогда не извиняетесь. Ну, почему? Бывает иногда, но... Я просто чего подумал. Я же тоже, как и Дениска, без отца рос. И мы когда с вами подцапались вчера, я лежал и, ну, вспоминал, как мы с матерью на праздники в парк отдыха ходили, и она мне там, пацану малолетнему, на каруселях позволяла кататься, сколько я захочу. А себе даже мороженое купить не могла. Так у меня куснет разок, и все. Вот, и... А, Слав, а зачем вы мне это рассказываете? Ты что-то как-то стыдно стало, что я вас попрекал? Ну что вы, простите меня, я... Я вас солдафоном назвала. Это ерунда. Нет, Слава, вы хороший человек. Это очень спорный вопрос, хороший человек. Слава, вот, пожалуйста, больничный. Да, спасибо большое. Ну, так что, простили? Ну, да. Ну, спасибо. Там вода просто с желатиновыми шариками. Они прозрачные, их никто не видит. Но если в рот набрать, то от температуры они разбухают и разноцветными становятся. Дэн, ты меня, по-моему, разбудишь, а? Да я тебе честное слово говорю, но только эту воду пить нельзя ни в коем случае. А не то у тебя эти шарики целый день сыпаться будут изо рта. И ты, главное, не бойся, у тебя все получится. Да я и не боюсь. Пока. Пока. У вас все хорошо? Угу. Ну,
теперь, мои юные друзья, что делать будем? Договорились. Сначала обед, потом тихий час, после тихого часа гуляем, а после гуляния я вам рассказываю сказку. Идет? Да! До свидания, Вячеслав Михайлович. До свидания. До свидания. Дамы милые, а что ж такое творится-то за паноптиком, прям под окнами детского сада? Ну-ка, давайте, разбирайте архаров со своих. А это не наши, они сами по себе. Да вообще, была бы моя воля, я бы расстреляла этих алкашей. Давай, мужики. Давай, давай. Мужчины, я извиняюсь, но здесь же дети гуляют, а вы распеваете, вы совесть-то поимейте. А наши дети, между прочим, не пьют. Ну, хорош мне голову морочит. Давайте, ну, собирайтесь и... Слышь, друг, мы тут сами разберемся, между прочим, что нам делать. А ты давай греби отсюда. После работы имеем полное право. Да. Ну да. По-хорошему, значит, не понимаете. Иди давай, детей воспитывай. Пусатый нянь. Мамаш. А ты в курсе, что продажа спиртного возле детских учебных учреждений в России запрещена? Ну, во-первых, не мамаша, а девушка. А во-вторых, детям я водку не продаю, как видишь. Так, что ты тут раскомандовался? Ну-ка, давай хромай отсюда. Иди, 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 иди. Не мешай мне работать. Ходят тут всякие. Умничают. Правильно, правильно, Галя. Угу. Лизавета, ты машину мне свою можешь одолжить минут на пять? И не только машину. И не только на 5 минут. Ты о чем, родная? Ну, как же, ты такой большой и не понимаешь, о чем я? Лизавета, ты держи себя в руках. Я человек женатый. Не забывай об этом. Ладно, ладно. Слово «город» пишется с буквой «Д» на конце. А ты написал «Т». Раз, два, три. Мы же говорим «город». Мы говорим «город», а пишем-то «город». Давай напиши несколько строчек, а потом запомнишь. Катя. Здрасте. Здрасте. Это вам. Спасибо большое. А по какому поводу? А без повода. В качестве благодарности за то, что вы такая красивая, добрая, ну и с голоду не даете нам помереть. А, ну, спасибо большое. Я, правда, для вас двоих готовлю. Очень приятно. Я поставлю воду. Ну, что, думаешь, ей понравилось? Странный вопрос. Вообще-то цветы всем девушкам нравятся. А часто ей цветы дарят? Ну, бывает. Слушай, а ты не влюбился ли? Чего? Мы, в конце концов, юноши на задании оба, не забывай об этом. И потом, в таких условиях, какая любовь? Просто я благодарный человек. А ты не забыл, что ты мне обещал дать из своего пистолета пострелять? Патроны не подходят по калибру. Да все подходит, я проверял. Дэн. Я его больше не трогал. Я еще тогда успел проверить все. Жучара ты. Знаю. Ну что, готов? Да. Куда палить будешь? Туда. Валяй. Вау! Вау! Вот это да! А ну еще раз! Вау! Слушай, а когда мы еще постреляем? А вот как тройку по-русскому исправишь, так и стреляем. Это когда еще будет? Ну, брат, все в твоих руках.
Лизон! Лизон, иди быстро сюда. Чего? Кто это? Кто это за мужик? А, это? Наш тот контуженный. Врачихин муж. А вон, смотри, сын ихний. Это тот, которого я тебя просил склеить, что ли? Ага. Ну и рожа. Ты знаешь, лучше я сегодня с ним сам познакомлюсь. Да? А как? А увидишь как. Так моя собака делает. А когда в твоем возрасте был, я в школе, у себя в классе, всем одноклассникам бойкот объявил. А это как? Я сказал вот так, я вас всех презираю, не приближайтесь даже ко мне. Ладно. Спокойной ночи. Завтра вставать на свет и заря. Контуженный не только с тобой спать не хочет, он со своей женой в разных комнатах обитает. Да ладно? Да точнее, своими глазами видел. И что это значит? Ну, не знаю, может, ему на войне не только ногу оторвало, а может, и не жена она ему вовсе. Но ничего, это мы тоже посмотрим. Лизон, а? Что-то я так замерз. Пойдем. И превратился в прекрасного селезня. И полетел тот селезень за 3-9 земель на выполнение ответственного служебного задания. А продолжение я вам расскажу после полдника, если сейчас будете хорошо спать. Василиса, а вас случаем с кровати не сдувает? Экий сквозняк. Ну-ка, давай-ка, девочка моя, вот сюда. И баньки. Так. Вячеслав Михайлович, спасибо, что зашли. Я хочу сказать вам, что вы меня приятно удивили. Я даже не думала, что у вас такой педагогический талант. И я... Вами, Вячеслав Михайлович, как воспитателем, совершенно довольна. Вы меня простите, Маргарита Эдуардовна, а я вот вами, как директором детского сада, недоволен абсолютно. Что? У меня в группе щели под окнами, вот такие, сквозняком детишек с горшков сдувает. И вы об этом, как директор детского сада, не знать не могли. Это... Все, что вы хотите мне сказать. Ну, а вы считаете, этого мало? Мало. Пойдемте. Пойдемте, я вам еще кое-что покажу. Вы говорите щели, а вы знаете, что у нас вся крыша прохудилась. А когда идет дождь, на чердаке тазы да ведра стоят под дырками. Ну, это только цветочки. Проходите. Проходите. Вот, полюбуйтесь. Я каждую зиму думаю, что мы взлетим на воздух. 6 лет я прошу у администрации денег на ремонт. И как вы думаете, что мы получили за эти годы? Я думаю, ничего. Нет. 4 года назад нам прислали. О! Тонну мела и какой-то перлит. Как потом оказалось, по ошибке. Да, задачка-то не из легких. Вы способны решить эту задачку? Я признаюсь, я нет. Я признаюсь, тоже нет, но попробовать-то можно. Слава, ты чего, с дуба рухнул?
Какого детского садика? Какой нахрен ремонт? Тебя зачем сюда прислали? Ты что, забыл? Виталий Андреевич, ну, что ты шипишь-то на меня? Одно другому не помеха. Сделаю свою работу, не беспокойся. А детский садик, он прав, ну, в очень плохом состоянии, надо помочь. Да как ты себе это представляешь? Я что, позвоню в районную администрацию, попрошу денег? Да они пошлют меня. И правильно, между прочим, сделают. Или я что, здесь должен найти тебе олигарха? Вот. Вот, кстати, хорошая идея. Ну, здесь же живут какие-нибудь богатые люди. Вот мы у них денег попросим. Забудь. Почему? Ну, тут один, единственный богатенький Буратиночка, и тут такой жадный, что страшно сказать. Да бесполезно даже спрашивать. Виталий Андреевич, а ты мне на него, ну, фактурку наковыряй, компромат какой-нибудь. А я с ним уж потолкую по-свойски. Все не уймешься, да? Зал. Ищешь приключения на собственный зад. До свидос. Ну вот и спасибо тебе, Виталий Андреевич. Я знал, что ты поймешь, войдешь в положение и поможешь. Я пойду. Так. Так. Куда это? А деньги? Чего, какие деньги, Хоттабыч? В прошлый раз было бесплатно. Ну, бесплатно для ребенка было. А это для кого, по-твоему? И это, Виталий Андреевич, я тебя очень прошу, пожалуйста, с информацией на олигарха. Не задерживай. Ну, нахрен. Наглая рожа, а? А отец ребенка? Уехал в Москву. Обещал с собой забрать, а потом на другой женился. Ну, где он, я не знаю. Мы с ним встречались всего 2 месяца. Пропал без предупреждения. Пришла домой, а там ни его, ни вещей. Такой чернявый, на гитаре все время играл. Ну, прям русский Челентано. Ой, да не буду вам ничего рассказывать. Просто не хочу. Извините, доктор. Классный такой. Алло, товарищ генерал, добрый вечер, это Будалина. Ну, я проверила уже около 90% матерей. Молодец, давай заканчивай. Чует мое сердце, что найдем того, кого ищем. Очень скоро найдем. Хорошо. Так, значит, я записал новый котел. Черепица 200 квадратов, рама оконная 24 штуки, водоотлив и водосточные трубы. Краска много, ну и двери входные, соответственно, вам поставим. Что еще нужно, давайте я запишу. Они вам никогда столько не дадут, у них нет денег. Кто они? Администрация района. Маргарита Эдуардовна, дорогая, а я к ним и не собираюсь обращаться. Я же вам частного инвестора нашел. Середа, Иван Петрович, знаете такого? Ой, Вячеслав Михайлович, вы с ума сошли! У него не то что рубля, у него снега зимой не выпросишь. Жадный как черт за копейку удавится. Ресторан открыл 1.5 года назад, а разрешение, говорят, до сих пор не оформил. Еще бы оно же денег стоит. Даже не пытайтесь, ничего не даст. Маргарита Эдуардовна, я обладаю уникальным даром убеждения людей. Поэтому, я думаю, у меня все получится. Ну, а то, что ресторан открыл, так это ж замечательно. Замечательно. Слава, дорогой мой. Если вы достанете материалы для ремонта, я перед вами на колени встану. А вот это совершенно лишнее. Засим, позвольте откланяться. Мне жену пора встречать. Всего хорошего. Да. Бегите, Славушка, бегите. Успеваю! Нет, нет, успеваю! Успеваю! Во, мама вышла. Алло, Ген, у тебя есть 15 минут. Успею. Mm-hmm. Что мы сегодня делать вечером будем? Кино смотреть по телеку. Опять про любовь. Ну, а что, маме нравится, да? Маме нравится? Да.
Значит так, как я и думал, врачиха это ее муж. Это мусорская подстава. А хромой этот вообще Баранов. Лютый опер. Упертый, как баран. Подожди, а при чем тут врачиха-то? Лизон, ну ты тупая, я ж тебе говорю, это опер. Ну хорошо, а что мы теперь делать-то будем? Ничего. Будем сидеть тихо-тихо, как мышки, и ждать. Поехали. Значит так, мне, пожалуйста, борщ по-монастырски. Шницель и бутылка холодной минеральной воды с газом. Будет сделано. Простите, а где у вас руки помыть можно? Вот там туалет налево. Спасибо. Чесночком пахнет. Приятного аппетита. Спасибо. Официант! Да? Вот это я нашел у себя в борще. Как в борще? Этого не может быть. Дело в том, что у нас на кухне работают только одни мужчины. Значит так, я сейчас вызову сюда госконтроль, инспектора по правам потребителей, телевидение, журналистов, милицию, и будете иметь дело с ними. А может быть, решим эту проблему как-нибудь неофициально? А неофициально, родной, я эту проблему буду решать с хозяином заведения. Позови-ка мне его, пожалуйста, быстренько. Наш владелец Иван Гургенович Середа. Да мне по сараю! Хоть пятница, хоть Робинзон Крузо! Зови сюда хозяина, я сказал! Совсем обалдели! Секундочку, мне нужно позвонить. Да. Алло. Что? И что? Ну, дай ему 1000 или 500, и пусть он валит. Не хочет? А что он хочет? А. Ну, веди сюда это валение, я его сейчас мехом вовнутрь сделаю. Иван Гургенович вас ждет. Вот отлично, пойдем. Потрещим с твоим Иваном Гургеновичем. Новый котел, черепица, рамы оконные. Ты что, рамсы попутал? Не слишком ли за один испорченный борщ? Или ты думаешь, что я лох чилийский? Ты знаешь, что я? Да знаю. Знаю! Как не знать? Не знал, не пришел бы. Итак, Ваня Середа, погонял Ивану Кутаиский, 92-й год, статья 161, грабеж. 93-й год, статья 161, часть 2, грабеж с группой лиц. 2003 год, 162, разбой. Ну что мне, продолжать? К новым подвигам перейти или так договоримся? А не дам я тебе ничего. А что так? А это мой принцип. Да хорош мне втирать про принципы, Ваня. Знаю твои принципы, ты же за лишнюю копейку удавишься. Кто, я? Да, ты. Да я в Монте-Карло в казино сотку зелени засадил и глазом не моргнул, понял? Хорошая идея, кстати. Может, в картишки сыграем? У тебя воздух есть? Это все? Ну, то выиграй сначала. Колода моя. Тогда я сдаю. В банке 100. Иду в банк.
Еще. Перебор. В банке 200. Еще. Себе. В банке 400. В банке 25 600. Иду на все. Закрываю. Ты че? 21. Погоди, погоди, погоди. Вано, ты во всем такой тарапыга? Ты думаешь, я тебя отсюда выпущу так просто, что ли? С такими бабками? Я не думаю, Вано. Я знаю. Ну, не переживай ты так. Ну, что это, право слово, как девочка? Ты себя мыслью утешай, что твои деньги на благое дело пойдут. Что ты детям помог. Сумка у тебя есть? Виолетта, коня не отставай. Вячеслав, Вячеслав Михайлович, ну вы волшебник. Вы правда обладаете каким-то удивительным даром. Ну, это невозможно, мне просто не верится. Лизка, давай мухой домой. Срочно, нужно перетереть кое-что. Так, Лизон, что там за кипиш в детском саду, поняли? А, это? Да это муж врачихи ремонт устроил. Ты тупая! Я тебе уже говорил, это никакой не муж, а опер. И врачиха тоже конторская. Ой, забыла. Нам этот ремонт как перо в бок. Нельзя нам больше ждать. Фу. Ну и что нам теперь делать-то? Что нам делать? Так, нам нужно помочь им моего сына найти. Вот. Я не поняла. Какого сына? Ты о чем вообще? Да ладно, не надо мне еще понимать. Ты мне лучше подскажи какую-нибудь мамашку, чтобы ребенок лет 5 без мужа и жила где-нибудь за городом. Валька Пименова. Пименова? Да. Точно. Все, я сейчас. Так, в смысле? Да. Простите, доктор, моя сегодня не заходила? Простите, а моя это кто? Пименова, Валентина. Нет. Странно, сказала, что в больницу пошла. Значит, дома. Извините. Товарищ генерал Бударина. Шипицын объявился. С детского сада наблюдение снять? Снять. За домом номер 4 по Индустриальной улице наблюдение установить? Установить. А всю информацию по этому делу докладывать лично мне? Докладывать. Бударину поощрить? Поощрить. А майора этого поощрить?
А чего его поощрять? Он даже ничего не понял. А тогда что с ним делать? Отозвать за ненадобностью. Есть, отозвать. Вот отлично, выполняйте. Слушаюсь. Ты как себя ведешь? Как голодный человек. Послушай, у меня голодный человек. У меня к твоей маме есть очень серьезный разговор. Поэтому тебе у меня просьба. Сейчас поешь, иду к себе в комнату. Не мешай нам. Договорились? А ты мне дашь из своего револьвера пострелять? Дэн, вот устраивать из каждой моей просьбы предмет торга – это неуместно. Понимаешь? Значит, договорились. Ты жучара. Вот. Красота какая. Я, наверное, пойду. А поесть, сынок? Не, я это уже поел. Катюша. Катя. Катечка. Я хочу выпить за вас, и в связи с этим рождается тост, но вы мне заранее простите, мне мое косноязычие, я тосты не обучен говорить. В общем, как получится. Суть в следующем. Я всю жизнь жил один. И я уже к этому привык. Смирился, так сказать. Вот. Я даже не ожидал, насколько быстро я привыкну вот к вам. К мальчику, к Денису. Вот. Вот. Я к чему все это веду-то? Я вот резюмирую сейчас. Катя, вот что будет. А давайте с вами выпьем на бурдершафт. Слава, может быть, вы просто боитесь сказать, что вы хотите меня поцеловать? Я боюсь, я ужасно боюсь, Катя. Вы себе не писали, как я боюсь. Спасибо вам, что вы сами сказали. Вы просто, знаете, постарайтесь не бояться. Ладно. Ну что, да. Бутершав тогда. Ой. Ой, что? Извините, пожалуйста. Давайте я подержу. Я буквально, это очень важно. Один звонок. Угу. 3 минуты, ладно? Не вовремя, это как, господи. Виталий, дорогой, ты сейчас, мягко говоря, не вовремя. Послушай, Слава, тут такое дело. В общем, операция закончена. Можешь возвращаться в Москву. Как закончено? Они что, его взяли? Не совсем, но все идет к тому. Ты можешь не мямлить, ты можешь толком объяснить. Мне генерал звонил. Кстати, он тебя хвалил. Короче, они вычислили адрес женщины-шприца. И теперь его там примут теплым. Стоп, секундочку. Как это они его вычислили? Объясни мне. Шприца агент из наркоконтроля вычислил, Слава. Так, секунду, Виталий, здесь не было никаких агентов. Здесь чужого человека за версту видать. Здесь люди наперечет, понимаешь? Были. Слава, были, поверь мне. Ну так просвети меня, убогого. Как это я в упор агента проглядел? Кто это? Я что-то не заметил никого здесь из посторонних. Ну хорошо. Ну, ты сам попросил. Короче, твоя Катя, она майор из наркоконтроля. Она там всем и рулила. А мы, ну то есть ты, так только для прикрытия были. Слава. Чё молчишь нахрен? Слава. Ты знал? Слав, я тебе все объясню. У нас был единственный шанс. Я вообще давно хотел тебе рассказать. Ты только сейчас глупости не наделай. Я вашей карьере не наврежу, товарищ полковник. Не беспокойтесь. Все в порядке? Все в порядке. Порядка не бывает, Катя. Только, знаете, не убивать с вами, не угощаться. У меня почему-то никакого желания нет. Товарищ майор. Слава,
Простите меня, Бога ради, я действительно вам хотела все объяснить и... Ну, а что тут объяснять-то, Катерина? Вы, кстати, великий талант в землю зарываете. Актриса вы бесподобная. Могли бы гонорары получать. А, Слава, выслушайте, я действительно, я просто не успела вам все рассказать. Где-то я это уже слышал. Кстати, время-то у вас было. Только вы не рассказали. А вообще... Браво. Мать честная. Я им. Ну что ж, Приц. Теперь я знаю, где твой сын живет. Приходи быстрее. Мы соскучились. М? Привет. Доброе утро. А где Пао и Слава? Ушел. На работу так рано? Иди звучить. Ладно. Между прочим, за мной поехали. Че ты ржешь-то? Дальше что мы делать будем? Интересно, куда этот мент легавый подевался? Не знаю. Я его утром не видела. Он, наверное, с этими там тебя ловит. Скорее всего. Давай так. Ты позвони этой докторше, скажи, что ее мужик в больничку попал. А сама бери машину и дуй в детский сад за товаром. Да. А ты? Ну ты будь. Я тебя прикрою. Да. А если она не побежит за ним? А? Побежит. А не побежит, ей же хуже. Ладно. Ладно. Алло? Екатерина Семеновна? Доброе утро. Это вам из приемного покоя звонят. Да, я слушаю. Тут к нам ваш муж поступил. Так я вас решила в известность поставить. Господи, а что с ним, а? С ним челюстно-лицевая травма. Средней тяжести. Только он просил мне вам не звонить. Но я все равно вас решила предупредить. Ах, да, спасибо. Спасибо вам большое, я поняла. Денис. Денис, слышишь меня? Я в больницу. Оставайся дома. Хорошо, мам. Вон она идет. Так, 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 все, погнали, теперь все быстро будет.
привет. Здрасте. Родителей дома нету. А я за тобой. Собирайся. А куда? В детский садик. Фокусы показывать. Ну, что-то типа того. А можно воду волшебную взять? Да все бери, только поскорее. Хорошо. Я еще карты возьму. Бог помощь, Лизавета. Я вот что думаю, твою бы энергию, да в мирных целях. Ты же атом, а не женщина. Товарищ воспитатель, а мы с заведующей договорились, чтоб немного мелу я взяла. Вот. О, а у вас, я смотрю, ножка-то зажила. Ну, с заведующей ты договорилась, а со мной лишь никто не договаривался. Ну... Мы же с вами все-таки свои люди. Может быть, мы как-нибудь и договоримся? Нет, Лизанчик, не сможем. Не тот случай. Даже не пробуй. Если с ней не договоришься, может быть, со мной получится? Папа, я боюсь! Сыночка, а ты не бойся, дядя тебе все равно ничего не сделает. Ошибаешься, Митяра. Сделаю. Рука не дрогнет. Отпусти ребенка, шприц. А какие проблемы? Кидай свою волыну сюда и не мешай моей девочке работать. Может быть, не надо? Лиза! У нас мало времени. Ладно, ладно. Спрячься. Вот твои понты тебе зачтутся. Может быть, тебе даже цацку повесят посмертно. А теперь сам жри свое дерьмо. Денис! А мама ты где? Она в больницу ушла, а потом этот пришел и позвал меня. Воды, воды дать. Ну нет у нас воды, родной. У меня волшебная есть. О, это то, что ему сейчас надо, давай. Ты только много не пей, а то козленочком станешь. Хорош, на выход, пошел. С тобой, Лизавета, разговор особый будет. Виталий Андреевич, взял я нашего красавца. Шприца, говорю, взял. А ты приезжай в детский сад, полюбуешься. Ой. Вот, Лизавета, что бывает от употребления наркотиков. Кинчик. Денис! Мама! Стоп! Меня папа спас. Екатерина Семеновна, ну, поздравляю, вообще отличная работа. Ну, и ты. Ну, вот когда молодец, тогда молодец. Ну, поздравляю, я всегда в нее верил. И с понедельника возвращаешься к своим служебным обязанностям. Да. Так сказать, и снова в бой. Вячеслав Михайлович, дайте нам сказку. Товарищ полковник, мне с семьей надо посоветоваться и еще кое с кем.